Насладиться буйством цвета городских клумб, на которых можно встретить многообразие бутонов от белого до малинового, есть у каждого жителя областного центра. Практически на всех цветниках присутствует не только богатая цветовая палитра, но и видовая. Петунии, бегонии, пеларгонии и другие цветы радуют глаз брещан в этом сезоне. Правда, погодные условия этим летом для городских клумб не совсем благоприятные. Погодные условия наши в этом году, дождики поливают, это благоприятные условия, но резкие перепады температуры воздуха и дождливая погода не очень сказывается на растениях положительно, потому что обиваются цветоносы, где-то что-то погибает, градом бьет лист, поэтому декоративность немножко их хуже становится. Поэтому производим частичную замену поврежденных растений, чтобы сохранить эстетический вид наших клумб и радовать жителей города. То, что Брест – город цветов, красноречиво говорит работа специалистов-коммунальника, которые организовывают кампанию по выставке цветов еще ранней весной. Для того, чтобы цветы прижились и распустили свои пестрые бутоны, необходим постоянный уход. Работники коммунальника мониторят состояние цветочного наряда города, при необходимости организовывая прополку, уход или высадку новых цветов. К слову, планов в нынешнем году по цветочному оформлению областного центра было много, и практически все удалось реализовать. Городские улицы и площади запестрили яркими цветочными коврами, а объемные клумбы заиграли новыми красками. Количество рассады, которое планируется вырастить нашим предприятием и высадить на цветники, планируется еще заблаговременно. Эти работы велись еще прошлым летом. Составлялся определенный список и ассортимент растений, которые мы вместе с Оксаной Петровной разрабатываем. Какие-то выбираем новые виды. Ну, вот в этом году, в нашем 2020 году, у нас запланировано вырастить было около 600 тысяч рассады цветочной. Это и декоративно-лиственные растения, и декоративно-цветущие. И с помощью их украсить более 8000 метров квадратных наших цветников. Улицы Мицкевича, Гоголя, Московская площадь, Ленина, Партизанский проспект и многие другие уже заиграли яркими красками и обзавелись интересными цветочными композициями, которые не только дополняют образ города, но и создают хорошее настроение. Но и это еще не все. Сюрпризы ждут брещан.